И прямо накануне праздника в Харькове неизвестные осквернили братскую могилу, где похоронены маршал Бажанов и более 600 освободителей города. 9 мая здесь должны были зажечь вечный огонь. Но рабочие, которые пришли сегодня утром проверить исправность газовой системы, обнаружили, что нет ни гранитной плиты, ни звезды на памятнике. К вечеру мемориал восстановили. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та розшукують осіб, які причетні до пошкодження даної могили.